Все ли нормы закона вы выполняете? В своей службе. Да. Есть определенные предписания? Да. Все выполняем. Прям по порядочку. Ну, тут ситуация какая? Тут противоречат некоторые законы, то есть Российской Федерации. Друг другу или здравому смыслу? И друг другу, и здравому смыслу. Ну, это традиционная для нашей страны ситуация. Допустим, такому закону, как о техосмотре, который вроде бы отменили, вроде бы и существует. Для таксомоторных служб он никогда не отменялся раз в полгода. Но об этом никакие службы, никто точно не знает. То есть надо ли проводить техосмотр? И на всякий случай проверяют вас? Проводить его надо, однозначно. Идет все равно повышенная эксплуатация автомобиля, но как выдавать техталончик для службы такси, никто ничего не знает. И вообще такого понятия нет. ГИБДД вас часто проверяет? Так вот, мы столкнулись на самом деле как раз с этой проблемой при лицензировании автомобилей, да, и приведении порядок всех автомобилей в тот норм, что нас зачастую проверяет ГИБДД, и они не знают, какие должны быть документы в машине для проверки, уточнения, все ли в порядке. И требуют все? Они требуют достаточно больше, даже сами не знают этого. То есть последний инцидент произошел вчера, когда возле администрации города остановили машину, потребовали трудовой договор с водителем, хотя у него был путевой лист, прошел медика, все сделано, оформлено правильно. А трудовой договор-то зачем? Вообще уже чересчур. Они бы что, фотографию бабушки попросили? Свидетельство о рождении. Это незнание.